Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. И сегодня я наткнулся на такую новость о том, что средняя зарплата в организациях Владивостока достигла 70 тысяч рублей. Давайте разбираться, так это или не так. Для этого я открыл сайт farpost.ru, где собрано большинство вакансий для таких простых работяг, как администратор, грузчик, менеджер, механик, повар, экспедитор, то есть самые разные вакансии, как простые, так и чуть посложнее. Давайте смотреть, что у нас есть. Уборщик 39 тысяч, кладовщик 35, менеджер 37, продавец 36,50, оператор колл-центра 20,25, фактуровщик 40 тысяч, менеджер 35,60. Старший клиентский менеджер 62, клиентский менеджер 62, кладовщик 70 тысяч, продавец-консультант 30 тысяч, 20 тысяч, менеджер по персоналу 40 тысяч, продавец-консультант 35-40 тысяч, бухгалтер 45-55 тысяч, грузчик 45 тысяч, администратор 35-45 тысяч. То есть в среднем примерно для таких не особо квалифицированных кадров, для таких средних кадров зарплата составляет где-то 1050.